анонс и дата выхода нового двухсерийного сериала «Анатомия убийства» по прозвищу «Принц». Премьера сериала состоится 7 декабря на телеканале ТВЦ. Сюжет сериала. Молодая женщина Евгения имеет непростую судьбу, работая патологоанатомом. Женя привыкла быть скрупулезной, максимально точной, аккуратной. Но познав горечь разочарования, героиня вынуждена бросить любимое занятие – сбежать в другой город, чтобы избавиться навсегда от теней прошлого. Работа простой сиделки вполне подходит дамочке. Однако она сразу чувствует тревогу, витающую в доме, состоятельных людей, каждый из которых скрывает свою тайну. Предыдущая работница умерла при невыясненных обстоятельствах. Профессия выучила Женю настойчиво, спокойно, методично искать истину, которую также желает узнать домработница хозяев. Постепенно секреты семейства, приютившего бедную женщину, начинают проясняться. Тайны раскрываются одна за другой, когда происходят непредвиденные события. Еще одно убийство. Загородный поселок всколыхнет новость о трупе, найденном в лесу. Позже люди узнают, что убит приличный почетный человек, академик Валуев. Жители загородного поселения узнают о таланте недавно прибывшей москвички, много лет проработавшей с детективами, поэтому просят переселенку о помощи. Еще одной неожиданностью становится гибель бывшего заключенного. Районная судебная медэкспертиза устанавливает причину смерти несчастного, погибшего от внезапного удушья. Волкова помогает при вскрытии, обнаруживая внутри тела мужчины ключ. Оставаться в стороне героиня не может. Она начинает искать тот таинственный замок, помогая следователям. Впоследствии это дело приведет к неожиданным открытиям, тесно затрагивающим прошлое самой сиделки, тяжкими испытаниями, настоящим кошмаром, конец которому наступает только после выяснения истинных причин ряда совершенных преступлений. Напомним, премьера сериала стартует на телеканале ТВЦ 7 декабря. Ставим царские лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки!